беспроводной дверной звонок Xiaomi LinkTech Wireless Doorbell. Состоит из двух устройств. Монтаж первого элемента, представляющего собой обычную кнопку, на которую будут нажимать гости, осуществляется снаружи входной двери, квартиры или дома. Вторая часть – это динамик, который вы сможете расположить в любой части дома или квартиры на свое усмотрение. Именно за динамиком закреплена функция оповещения. Вы можете произвести настройку дверного звонка, выбрав необходимую тональность и фрагмент мелодии. Еще очень удобно то, что приобретая несколько динамиков, вы можете их всех подключить к звонку. Кроме того, в приложении вы можете настраивать часы, в которые LinkTech может звонить, что очень удобно, когда вы хотите, чтобы вас не беспокоили. Кнопку можно закрепить при помощи саморезов или липкой ленты. Динамик же целесообразнее подключить к источнику питания, например, розетке. LinkTech Wireless Doorbell поставляется в двух версиях, с поддержкой и без поддержки Wi-Fi. Цена $15, а с поддержкой Wi-Fi почти $18. Ссылку на магазин AliExpress я оставил в описании под видео. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.